Моцарт, да. Пушкин, да, кто да. сдал бы ЕГЭ? Любой, я даже подозреваю, что физики с математиками из гениальных не сдали бы. Потому что они бы сказали, не может быть, чтобы мне задали так... О, сейчас я вам историю расскажу. Был такой профессор Мейерсон в институте Бехтерева. Он специалист, ну, нейропсихолог. Много книг написал. Он когда учился в школе, и тогда была мода на педагогию. Всех там тестировали детей. Привозят туда и говорят, ну вот, Яша, слушай вопрос. Что быстрее движется, гусь или автомобиль? Яша, будучи умным мальчиком, думает, не может быть, чтобы они задали мне такой вопрос. Потому что ответ очевиден. Этого не может быть. И отвечает гусь, потому что он ищет подвох. Они ему говорят, ты, мальчик, не волнуйся, знаете, все в порядке с тобой, ты в специальную школу пойдешь, он идет домой. Это чудесная история, реальная, да, я клянусь, да, что да. ни слова не добавила. Он идет домой, интеллигентным родителям говорит, мама, папа, все-то дети идут в обычную школу, а я-то в специальную. Да.